Хорошо, хорошо. Хорошо. Договорились. Хорошо. Да, давай. Я думаю, сейчас должны появиться карты уже для GPS, там где находятся эти радары все. Что, в городе их полно? Так это сверкание, это как вспышка для фотоаппарата, да? Да. Нет, когда уже сверкнуло, что сюда нарушил, и он тебя уже снимает. Там сначала маленькие такие моргают, это просто он фиксирует машину. Ага. Вот. А вот которые уже вот большие прожектора, они светят, когда фотография должна выйти. Там должно твое лицо видно быть, ремень, номера должны быть. Ну, скажем, ремень хорошо видит, а лицо номера. Так, у меня видите карбон. Ну, так я чуть сказал, на 40 минут опоздаем. Я позвонил, мое дело маленькое. Да, предупреди, главное. Плюс мы изначально, когда видел вот этот график, я сказал, что это почти нереально. Если все было в одном районе, там... Да, мы бы все сделали бы, а так не трудно. Не ослепляет это? Ослепляет. Серьезно? Особенно ночью. Так я это не... Ослепляет очень сильно. Не знаю, будут, наверное, жаловаться. Посмотрим. Пока что-то они все в тестовом режиме работают. А сейчас можно даже, если попался на эту камеру, сказать, вы меня извините, конечно, но меня так ослепило, я испугу нажал тон на газ. И потом превысил скорость. Чем мне отмазка? Я ехал спокойно, ехал 60. Тут мне моргнуло в глаза какая-то хрень, я ослеп на секунду. И чуть нажал на газ. Да, вот он превышение, там 10 км в час превысил. Все время удивляюсь, проезжая мимо этого здания. Патриот на рекламу продажи, но по бокам молдавский флаг. Еще у него и висел флаг еще сверху. Что эти не предусмотрели в Видисе, это вполне глупо. Что целый день едешь, а промежуток на обеденный перерыв. Ну, вообще не предусмотрели. А что-то все время вообще не без обеда. Раньше вот мы ездили с Видисом, обед всегда по распорядку. А сейчас смотрю, что-то вообще. Это просто короткие встречи, поэтому, ну, извините, между короткими встречами, даже чтобы мы где-то остановились. Тогда? На 5 минут это не обед. Это что, я должен за целый день должен съесть? Давайте доедем уже до туда, я на обратном пути остановимся на заправке, какую-то булочку. Не, ну понятно, я к тому, что... Продумано как? Я не могу сказать, что это далеко не продумано. Конечно. Это странно все. Сейчас мы чуть опаздываем. Если бы не опаздывали, мы могли остановиться хоть час. Да, конечно. Уже закончим все на обратном пути. Кофе идет на заправке выпить там с булочкой или еще что-то.
Я вообще могу и похудеть, мне есть куда. Мне жена тоже говорит, что надо худеть. Я бывает себе сам устраиваю разгрузочные дни. Но я хоть воду пью. Ну так вот, ничего не есть целый день. Чисто пить воду. А здесь что собираешься делать? Да я не знаю, что собираются везде, что-то строят. Кому строят, непонятно. Интересно, значит, деньги есть. Конечно, есть. Когда вот в аэропорт едешь справа, сколько там строят ангаров. И уже Венус, еще только стоят каркасы, а уже написано аренда. Топишь даже ни грамма. Интересно, это разделительная полоса для кого? Для велосипедиста, что ли? Да я так кто здесь поместится? Раньше было, здесь три полосы было. И двигались все медленно в правом ряду или в левом. А кто хотел обогнать, ехал по центру. Ну так как оно и должно быть. Да, а тут сделали сейчас вот разметку непонятную какую-то вообще. И никто сейчас не едет по этому ряду, по вот этому. Крайне правда. Да. А раньше понятно, было... а что здесь? Да, раньше вот три полосы, и здесь было шикарно. Сейчас. Дальше дорога загружена. Будут номера и налоги. Картошки, два мешка лука. А есть гараж? Нет, попал. А, ему не попал, в конце концов. У меня ни того, ни другого. Чем ходить в магазин, ходить в подвал за картошкой, за под домом, да? Да, ну, дом на этаже, на четвертом этаже мы живем, на первом подвал сделал, ну, в подвале. На каком этаже жили? На четвертом. Из скольки? А? Из скольки? Четвертый из пяти? Из пяти, да. Я не люблю эти девятиэтажки.
поставили знак 50, кошмарный. 60 еще можно было ехать, а 50 кошмар. Бассейн уже есть, дискотека. Ого. Расширяется все серьезно. Друга, кум здесь хозяин, и он, друг у него работает. Управляющий. Там такие планы, как у Наполеона. Да? Еще будут расширяться? Да. Сейчас они 2 года бассейн отработал, сейчас они еще должны бассейн работать. Еще больше бассейн делать. А у нас реально, у нас пойти куда-то на бассейн очень мало бассейнов. Есть пару бассейнов, так они летом забитые кошмар.
меньше, чем баранов держат в молдаване. BMW Степангородская. Спортивная, спортивная. Аж даже цвет спортивный. Да, и он у него расширитель в арок, чтобы толстые колеса можно было участок 40.
давай, ладно, чтобы я тебя не отвлекал, чтобы кушай спокойненько, хорошо? Ну давай, вот мы сейчас приближаемся к Каушану. Ну, не же была Каушан. Доусатиан Фос, помогите Доусатиан. Повтим? Ну, я не сутла вола. Другой дядя за рулем. Так. Я еду по другой работе. Вот так. Ну давай, делаю уроки. Чтобы не поздно. Хорошо? Я так понял, мама сказала. Мама сказала, что ты не очень далеко утром встал. Сажаем это самое на маршрутку. А, ну да, мы тоже сажаем. Переводим. И там приезжают, надо еще перейти дорогу. И там мы сразу говорим, что стоишь, а там рядом полицейский участок. Утром все полицейские ходят. Я говорю, Саша, стоишь, ждешь, пока полицейский не будет. Или взрослые дети, дядя, несколько человек. Стоишь, ждешь, и за всеми переходишь. И вот он переходит сам. Ты приходишь в школу, я добрался, все нормально. На обратном он идет просто, мы уже забираем сами, что он сначала продленка, потом тэквондо, потом футбол он ходит. А это там все на месте? Нет, футбол там чуть-чуть надо ходить. Это еще где-то минут 20 ходьбы надо. А и... когда уроки выступают делать? В школе делают. В школе? А, продленка. Продленка. Получается, у него в 4 тэквондо и в 5.30 футбол. Вот у него с 4 до 5 там тэквондо он. Занимается и полчаса ему, чтобы одеться, прийти на футбол, на зимбру он ходит. Ага, а там на ботанике? Да, на зимбру он ходит и полчаса, чтобы дойти до зимбру. И уже с оттуда зимбру забираем его. Палят очень часто. Я тоже, когда, ну, я, правда, у меня стаж очень большой уже. Я сдавал на канате с прицепом. После КамАЗа сел на легковую, на Жигуль, и не поездил.
пассажир такой. Я на заброшенной, наверное, ездил. Для инвалида, который без педалей. Который без педалей. Вот, вот, вот. Тут вот у него и тормоз у него, вот у него тут переключение скоростей и рядышком тормоз. Сейчас покажу, откуда мы должны были выехать. Как просто там, как нам запланировали дорогу. Она когда рассчитывала, скорее всего, она ту дорогу и посчитала. Понятно. Что с гора Галбини можем проехать через Кайнары. А там 72 километра, сейчас вытекает дорога, и по той дороге 72 километра мы приехали без почек. Сейчас уже Новотроицка, потом спускаемся в это самое, как называется, в Григорьевку, и потом сразу хорошо. А за им? За им правее еще 10 километров. За Хаусан, да? Направо, да, где-то еще 10-12, а потом опять обратно и на Штермогу. Я по Молдове так давно не ездил так много. А Термок или до Штефанвода? Она параллельно Штефанвода. Там в селе получается дорога направо и по бездорожью опять же. Были случаи, чтобы поехать туда? Даже недавно был с Анжелой и Сладом. Тоже в Приморье, тоже Никита давали заполнять эти бланки какие-то. Она не посмотрела. Нет, нет, ее как бы зависит. Ну как сказать? Не, просто она рассчитала все, правильно? Она взяла А, Б, Б и возможные варианты и взяла минимальные, все. Она же не смотрела дорога в состоянии. Вообще, открыта она или закрыта. Хорошо, да. Был 72, а так мы, получается, проехали 80 из 45. 25. А еще 12 до гора Гура. Да, 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 плюс 12. 135 километров получается. Тут мы едем, по скорости нормально едем. Они трясли бы нам, кажется.
работал на трансферы Одесса-Кишинев, аэропорт. Один. Те, что вот через Одессу летали в Турцию, Египет, Арабский Эмират. Раньше. Каждый день ездил. Садовар, бардак какой имеет? С Кишинев, с Кишинев. Ну давай, они которые вылетают на лодок в Одесский аэропорт. И обратно, когда они прилетали через неделю, обратно их вызвали в Ротоши. 4 года есть. Аж машину сдувать начинает. Она очень узкая. Очень маленькое расстояние между машинами. Ее прошили здесь. В принципе, есть куда. Ну, конечно, вон, смотрите, слева там сколько места. Даже по 1 метру. Ездил еще когда щебенка была. С папой, еще с папой. Ездили в Сергеев, в море. И тогда был как раз с Приднестровьем конфликт это был, и закрыли то направление. И мы поэтому через щебенку. Поворот и очень часто забор ломается. Если у нас автобус разбился, тоже так же. Водитель уснул за рулем и прямо на кладбище пару человек погибло там. Трескаются у всех. От фур? Ну да, держи. Сильно ты все? Конечно. Ну а другой дороги-то нет. Нет дороги. А дома давно построены. Для фур раньше была дорога через Тирасполь. А меня закрыли. Я еще не видел, что здесь дома трескаются. Завтра то, что
А спать невозможно, здесь всю ночь фуры ездят, всю ночь фуры ездят. Если что, днем таких поменьше, а вечером их кошмар. Многие стараются именно в темную... Ночью проехать, да. Летом еще к фурам прибавляются еще автобусы. А, лучше уйти в сторону. Да нет, там же идет еще, помимо ты что едешь на просто машине, это одно. А в такой спуск ЦСРну остановить очень трудно. Не получится просто нажать на тормоз. Нажать на тормоз, она догонит тебя сзади. Вырви, да? Конечно. Специально надо передачами тормозить потихонечку. Там резкий тормоз, хана.